Нет. Лёня. Это не Лёня, это большой этот с пролом. Еще он стреляет. СКС. Бля! Сидят, 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 крысы! Я еле живой за мусор. Общаги прям фул занят. На третьему дал ему. Крайнее окно левое, третье дал ему. Может быть, убил. Я прям 100 хп у меня. Я сижу за мусоркой, мне очень нужна помощь. Хилься. У тушки тоже есть. Походу. Меня со всех сторон развалили сейчас. Да, в двушке тоже сидят, походу. Я в пристрое, а он надо мной шрикнулся разочек. Блять. Ладно, кто буду бежит? В окно запрыгивать, я бегаю. Я буду стрелять еще. Понятно? Стрешки. Какие же стекло, а? Тихо. Меня почти убили, сидят. Двушку убил. Я только дошиваюсь. 6-6. Пиздец. У меня чувак. Еще выше она. Меня простреливает, трешки. Все еще? Все еще? Он пытается подстрелить, они не пушат ничего, он просто сидит, смотрит. Сейчас. Сейчас его закроем. Блять, у меня металл. Убил еще одно. Сейчас как будто рано еще. А хотя нет, не рано. Ага, расскажи ты им. Тихо. Бежал кто-то, нет? Не слышал. Я захожу в трешку с главного. Сейчас поддержу голову, грудь. На третьем по центру стоит. Пристрой, второй этаж. Дальняя комната самая. Дал флешку ему. Я на первый зашел. Кусты не вы? У шурмы, возможно, я зацепил. Ты на втором. Блять, очень много звуков. Просто путаете меня. Ты где, скажи мне? Второй. Центр? Центр. Окей. Я на первом стою, короче. Я могу потанковать, не забывай. Но он в пристрое на втором. Самая дальняя комната. Правая. На третьем никого, правильно? Есть, на третьем.
Я на центральной лестнице. Ты поднялся, да, сейчас? Да. Поднимайся выше. А, нет, давай лучше ты пристрой тогда, наверное. Я на первом. Возьми его под себя. Прям в дальней комнате, да? Ну, был, да. Сейчас я не знаю, я ему флешку кинул прям в окно. Я держу третий, чтобы он не спустился. Ты ходишь, Аня? Нет. Нехерово очень. Значит, он над нами. Уходи, Хильси, в комнату в мою. На первом нету никого. Уходи. Поднимись к нам, Аня, на второй и смотри третью лестницу. У меня уже хила нет, у меня накручение повесило тяжело. На втором бы? Да. Мэтт хилится, я в пристрою. Мне нужны аптечки. А где чувак на втором? Мертвый или убитый? Нет, или третьим занимайся. Смотри, третий. Над вами чел, 100%. Ладно, смотрю второй, третий этаж. Этот в каких-то комнатах сидит, я не понимаю. Он, каких... скорее всего, сразу в комнате справа, понял? Как вот десантироваться. Угу. Последний раз был с той стороны. Ходишь ты, да? Пристрою. Он мог спрыгнуть? Нет. Там в туалетах все еще сидит, в этой же самой комнате. Убил на третьем. Убил на втором. Иди ты. На третьем убил, блин, он мне попал хорошо. Я к тебе сюда начну, короче. Надо третий проверять, третий надо проверять. Третий я не убил. Ну, это только четыре. Но я без хилов. Вообще без хилов. Я дам хил, тогда идем. Давайте сюда. Давайте хилку дам. Что не сказал, у меня еще хил. Я есть. Сказал, что я без хилов. Подойди обратно. Сейчас ногу шью уже. Кто ходит сейчас? Я ходила. Контроль опять третий, второй этаж. Третий, первый. Да, одному я тут сразу залепил. Значит, пятеро все-таки было. Мы на третьем. На втором кто? Тут на втором уехал. Где именно? У лестницы центральной. Вот что ли? Пускай. Я не просто так сказал, что по мне идушки летело, как и со второго этажа строят. Тут какие-то ведьмаки были, блин. У одного у них колдунья, второй The Witcher. Из двушки перебегаю к вам. Блять, двое у магазина. Че, лоботы. Одного вроде убил, не уверен. С учетом того, что 350 хп. Убил? Да. Да, я первого сбрил. С винторезом? О, он бы сейчас мне рассказал, что я не прав. Это со свежкой. Свистни, сходи в хуй, блядь! Тебе сейчас пиздец придет, блядь! А есть сколько я впитался? Посмотреть можно, нет? Да, 4 килограмма. Да. Мало, я чекнул. Ты двушка стреляешь? Это двушка стреляет. Второй этаж, видимо, воюет. Один на втором на нас стреляет. А, железо. Он на втором этаже там. Дайте мне
Железо. А ты где? Я на втором. Бил обоих. Поднимаюсь. Туалет чисто сразу с подъема. Проверяю дальше комнату с картотиками. Это что за побоище, мать идти? Ты каких убивал? Я лутаю его сейчас. Тут 36 уровень. 10. Да-да. На холм перебегаю. Вот они. От гаражей. У меня гаражей чел поднимается на холм. Это я. Дальше. Чего на холм поднимается? Я иду туда. Ты у меня синей сумкой? Нет. Блять, их двое. Ёптать, думал, вы тут подходите. Синяя сумка, не ты? Нет, противник. Холме убил. Чё, ты на холм поднимаешь сейчас? Я на уже на холме. У кусту. Ползает, у меня еще один. У тебя еще один. Убил. Я слева подбегаю, там на центре холма еще один должен быть. Хахерис. Блин, или ты его убил, я не понял. Там еще один. Я снизу. Что-то я видел одного, тут целая толпа, кажется, сидит. Попозже. Не мы, где? Где-то у меня спереди. Подожди. Подожди. Почему ползает? Значит, еще один, да, все-таки был? Угу. Он ползет к трупу, короче. К того, которого убил, тут труп ползет. Нет, это не я, это другой. Я убил вот сумкой здесь синий. Ну, я чувак просто ползет, короче, к трупу. Вот так. Да. Не по тебе. Да в смысле? По мне пуля прилетела. Да не по тебе она прилетела, ты вообще пробежал. Решала. Убил? Ага, всех убил. Я внутри. Убил двоих или троих. Захожу тихонько. Троих убил. Решала убил. Так, я минус три в туалете. Ищите еще. Я одного там убивал, в Ваниной все. Комнате. Все получается. Четыре же охранника, да? Вроде да. Квест пока. Я тоже не сдавал. А, ну только вставляй там. У меня вроде собрано. О, тоже этот держатель карт. Проверяй, что внутри. Желтая карта внутри. И все? Да. Блин, а... Блин, а у меня закончилось. Стамина закончилась? Да. Ну, сейчас отдохну и пойду дальше. Ты у малой там? Нет, там бот. Тогда не трогаю. Я в административке, блин, и я не могу отсюда подойти, потому что у меня выносливость. Сейчас попробую. Вот я тебе вот здесь кидаю воду.
точно. Если у меня боль пройдет, у меня есть был. Уже нет, понятно. Тактичненько получилось. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.